Компания Чехол Моторс приветствует. Здесь у нас обзорчик чехла на мотор Меркурий 80-115. Ну, это чехольчик. Сейчас сниму, покажу, какой моторчик, чтобы вы точно брали на свой мотор. Так, ну смотрите, сидит все четко, идеально. Прям самим очень нравится. Красотища вообще. Все четко. Чехол трехслойный, толщина почти сантиметр. Так, ну, у чехла двойная фиксация. Сейчас покажу. Вот здесь шнур капроновый у нас. Утягивается он у нас здесь. Приталивать, все отлично. Ну, также дополнительно у нас еще стропа под поддон мотора. Это уж точно, чтобы чехол не улетел. Скорость-то не маленькая, то есть уже точно никуда не улетит. Также вшита качественная сеточка у нас. Вот, отличного качества. Вот. Ну вот, видно, сидит отлично. Будет много расцветочек всяких разных. Сейчас еще черный скоро запустим. Так, ну приостановлю видео, покажу, какой мотор. Так, ну вот, этот моторчик у нас. Он сейчас 90, но он от 80 до 115. Вот. Меркурий 80-115. Тут у нас вот сам чехольчик. Он трехслойный. Вот, видно, стоит сам по себе. Отличная защита вот вашего колпака. Сейчас швы внутренние покажу. Так, швы у нас вот крепкие. Все прошито. Все отлично. Качественные швы. Также говорю, что ткань со временем выцветает. Но крепкая и не рвется. Долго держится. То есть, просто немного менять тон. Все, Меркурий 80-115.